цены на топливо поднимутся в Беларуси. Стоимость поэтапно вырастет на 9 копеек. С 21 мая горючее еженедельно будет повышаться на копейку. 1 литр обойдется от 2,37 до 2,59 рублей. В последний раз цены на моторную автомобильную заправку менялись более года назад. За это время тариф российской нефти для отечественных НПЗ увеличился в более чем 1,5 раза. В планах на летний период оздоровить более 8 тысяч детей и подростков из Бобруйска. Через 2 недели ворота загородных лагерей распахнутся перед первой сменой. Активная работа продолжается – ремонт, уборка, закупка нового оборудования. На подготовку комфортного отдыха из республиканского бюджета выделено более 600 тысяч рублей. 30 мая в Бобруйске пройдут правовые профсоюзные приемы. Каждый желающий сможет проконсультироваться с юристами по вопросам защиты их трудовых и социально-экономических прав и интересов. С 10 до 12 обратиться можно в Центр дополнительного образования детей и молодежи, улица Социалистическая, 90. С 2 до 4 в Бобруйское городское объединение профсоюзов, улица Гоголя, 41. Запись по телефону 80-225-72-66-70. 18 июня Управление по труду, занятости и соцзащите проведет электронную ярмарку вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В Бобруйске активно готовятся к купальному сезону. Специалисты избавляются от мусора в песке, удаляют травяные заросли на территории и очищают дно от последствий безответственного отдыха. На контроле и качество воды как в самих водоемах, так и в душевых кабинках, питьевых фонтанчиках. В этом году жители города смогут безопасно провести время только в 3 местах. На озерном пляже санатория «Шинник», первом и втором центральных на берегу Березины.